Ну чё, гуси, здорово. Что вы сегодня не стали со мной играть, а? Чё вы так? Вы не обижаетесь на меня ни на что? Всё нормально? Хотел, короче, дать им чая попить. А они меня игнорируют. Гуси, гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Чай будете? Не-не-не. Да, вот такие вот дела. Вообще у нас, короче, стало холодно. Я даже перчатки надел. Гусям-то, ну, все равно у гусей пух, знаменитый на весь мир. Знаете, такие пуховики, короче, самые теплые на гусином пере, короче. Плюс гусиный жир. Угу. Целебный там. Что-то я слышал про гусиный жир, короче. Кто знает, чем полезен, напишите в комментариях, если кто в курсе. Нет, ну вот, в общем, гуси не мерзнут, короче, у них могут мерзнуть лапки, короче, им надо на чем-то сидеть. Но у меня пока гуси, короче, ну, им есть куда зайти на ночь, но они, короче, принципиально, ну, остаются на улице и такие, короче, сидят посреди двора. Я сколько раз выходил ночью по своим делам, например, короче, на улицу, во двор. Ну, потому что у нас тут ситуации всякие бывают. То ракета какая-то пролетит, там бабахнет взрыв, короче. Выйдешь посмотреть хотя бы в какой стороне зарево. Ну и в общем это. И гуси всегда сидят посреди двора. А еще, знаете, еще такое замечание. У меня вот несколько соседей, которые гусей держат. Вот когда началась эта война, короче, России против Украины. Здесь громко, короче, было. И бывает, вот летит, ну, какая-то серьезная ракета, короче, со стороны России сюда. И это, ее здесь ПВО перехватывает, например. Так она так падает, ну, два взрыва, один в воздухе, а другой, короче, на земле. Так вот, гуси, они заранее, короче, там, секунд за 15, наверное, до первого взрыва, короче, уже гогочат, короче. То есть даже посреди ночи. Вот настолько, ну, собаки спят, короче, вообще провтыкивают этот момент. А гуси предупреждают. Многие люди успевали, короче, дойти до погреба, короче. Спрятаться, короче. Ну, как свое у нас, что, село здесь, ну... Бомбоубежищ нету, здесь у каждого есть свой погреб, короче. Я показывал на канале, там варенье стоит, компоты такое, картошка хранится. Ну и в общем, если гуси гогочат, а особенно если это лето, и у тебя форточки открыты, то ты это капитально слышишь, потому что, ну, тиха украинская ночь, знаете, но... Не то, что сало надо перепрятать, но ночью, короче, все очень хорошо слышно. И сразу гусь, если гогочет, тут два варианта. Либо дикий зверь зашел, ну, либо кто-то тебе залез в огород, либо, короче, ракета летит и скоро бабахнет. То есть они заранее предвещают взрыв. Вот так же, как гусь является символом города Рима, если кто не знал, то это же почему получилось? Потому что одно из нашествий варваров, которые прозевали собаки, но спасли чуть-чуть ситуацию гуси, короче, которые первые предупредили горожан, что на их город совершено ночное нападение. Вот так вот, господа, так что гуси это сильные птицы, короче, умные, и у них это есть предчувствие, короче. Ладно, заходите на канал, подписывайтесь, смотрите другие видео, потому что есть что полистать на канале, отвечаю, много интересного. У меня друзья по всему миру мне скидывают видео. Всякие интересные люди. Вот такая вот у нас совместное продвижение каналов. Так что можете на моем канале видеть то, ну, что видят мои друзья по всему миру. Ладно, всем пока, до свидания, до новых встреч.